Всех приветствую на канале Баженит, Омская область. С вами я, ее ведущий Влад. Сейчас покажу, как мы щенков морим своих. Кто смотрел канал, тот уже видел. Щенки у нас подрастают. Особо заниматься торговлей щенков некогда. Да и так на улице холодно. То грязь, то холодно. Сейчас потеплеет, повезем на рынок. А пока морим их голодом. Сейчас мы на бойню съездим, купим ему что-нибудь покушать, привезу домой, покажу, какие они голодные. Я сейчас на бойне у нас в районе, в Нижнем Иртыше. Для собак специально купил рубец. Что такое рубец? Ну это желудок. Есть рубец очищенный. Он идет куда? Он же идет в пищу. Да, в пищу. Ну это будет дороговато. А для животных, для собак, чтобы расти чиней щенков или суку, значит, стильную поддержать, достаточно рубца. Коробочка, все упаковано, все отлично, все промаркировано. Весы электронные, вот можно вес посмотреть. Вот я их буду кормить. А цена какая на рубец? Значит, 20 рублей. Ну, недорого. Ладно, все это мое, я пошел. Как я кормлю, я вам покажу попозже. Все, что, жрать будем, нет? Ну-ка, сейчас посмотрим, какие у нас собаки, голодные или нет. Ой, что такое вам дали? Что ты, елки, совсем не голодные. А, надо было, наверное, отрубить. Так, я сейчас начну рубить же их. Не так много, что ли? Ты что, такой голодный? Ты такой голодный? Пошли. Живут самостоятельно. Достаточно выпустить и все. Больше никаких проблем нет. Кормим говядиной. Рубцом. Всем добрый день. Подросли у меня щенки среднеазиатской породы. Алабайчики. Вот теперь их продаю. Кому нужны щенки для охраны? Звоните, пишите. В конце я оставлю телефон. Продаю. Цена. Вот кобель гладкошерстный. 8 тысяч. Вот девочка. 7 тысяч. Кто будет звонить из города или из другого района, позвоните, я могу привезти. Выберите того или другого. Осталось всего 2 щенка. Сейчас мы папу покажем. А попозже покажем и маму. По возрасту щенков. Щенкам 30 числа будет исполниться 3 месяца. В настоящий момент зубы еще меняться не начали. Покажи свой ротик. Видно, зубы еще молочные. Щенки еще маленькие, но довольно агрессивные. Щенки привиты. Прокапаны, значит, от клеща. Все необходимые документы ветеринарные сопроводительные на них есть. Звоните, не стесняйтесь.